День добрый всем, привет, друзья, и привет с Варшавы. Я сегодня пришла в один из самых популярных парков Варшавы, парк Поле Макотовске. Недавно этот парк открыли после модернизации, и сегодня я пришла посмотреть и оценить, что же тут изменилось, что же тут модернизировалось и что же тут улучшилось. Поэтому, если хотите пару минут провести со мной, прогуляться со мной по этому чудеснейшему парку, приглашаю вас с собой на прогулку. Но перед тем, как я начну, не забудь проверить, подписан ты или нет. Если нет, пожалуйста, подпишись, нажми на колокольчик, поддержите меня лайками, пожалуйста, и оставьте комментарии, потому что ваши комментарии, лайки помогают как-то продвигать мой канал. Ну что ж, пошли гулять. Сам парк был на модернизации на протяжении 2 лет. 2 года можно было только гулять в парке в кусочку, маленьком кусочке этого парка. Но недавно, где-то тоже месяц назад, этот парк полностью открыли. Кстати, если вы хотите посмотреть на этот парк еще перед модернизацией, у меня есть видео на моем канале. Ссылочка появится тут, и также я оставлю ссылочку в описании. Переходите, будет интересно сравнить. Значит, я очень люблю этот парк Поле Макотовске еще до модернизации. Я тут очень часто гуляла, очень часто приходила на выходные просто поваляться на травичке. Ну, а после модернизации я еще тут не была, поэтому я буду с вами первый раз тут. Поэтому как-то такая интрига и интерес во мне присутствует. И что тут модернизировалось-то? Как сказал мэр Варшавы, самое важное тут было модернизация водной системы. Также было важно озеленить большое озеро, куда мы сейчас еще дойдем, и добавить больше растительности. Тут, кстати, вот эта система, она, ну, была, но, конечно, видно, что ее расширили. И больше как-то зелени, дорожки более безопасны стали, но более как-то окультурили, вот так что ли сказать. Ну а мы сейчас приближаемся к Большому озеру, там была основная модернизация. И, кстати, как говорил мэр, что основной акцент тут делался на новом водопостачании, новом системе, да, водоемов. Был сделан акцент так, чтобы, ну, вода была чище. Но, как вы видите и как я вижу, ну, как бы вода стоит, и я не сказала, что что-то тут изменилось, и она как-то стала чище. Сейчас, конечно же, дойдем до главного пруда. Возможно, там что-то по-другому, но, как вы видите, водоросли уже цветут, уже внутри. Так что пока что как-то непонятно, что тут делали. В парке действительно стало больше зелени, и говорят, что были посажены липы, тополя, рябина и платаны. И говорят, что также было высажено несколько тысяч других растений. Ну, этот парк действительно очень-очень зеленый. То есть тут модернизировали, говорили, что тут добавилось больше мест, где люди могут заниматься спортом, разным-разным спортом, а также детская площадка, она стала больше. Ну и, конечно же, зелень. Зелень тут главный герой этого парка. Ну и вот оно, главное озеро. Его действительно стало больше. Смотрите, какая красота. Как вы видите, территория вокруг пруда действительно стала более живописна. Появились деревья, мостики, места для отдыха.
знаете, так гуляю вокруг озера, не знаю, слышно или нет, ветер сегодня очень-очень сильный. Я услышала очень полезную вещь от людей и людей с великами. Они просто возмущены, почему нигде нет мест для паркования велика. То есть вокруг озера нигде не предусмотрена какая-то, не знаю, парковочные места для великов, чтобы можно было велики оставить и вот так пойти и себе посидеть около озера. Так что я думаю, что это очень-очень важное замечание. Вот это что за штуки, мне пока непонятно. Ему, возможно, там будут какие-то растения потом расти. Но также говорили, что очень много должно быть растений и вокруг озера, но, если честно, не знаю, возможно, еще нету. Но я думала, что будут такие камыши, какие-то красивенькие, но нигде камышов нету. Озеро действительно стало больше, это факт. И еще чем знаменит этот парк был тем, что тут очень много было собак. И как раз собаки очень любили купаться в этом большом озере. Но вон там я проходила, есть озеро около озера, и теперь собаки все плещутся там. Ну, потому что тут нету подхода. Потому что раньше был такой очень плавный вход в воду, а сейчас как бы мини-обрыв. И собачкам тяжело взбираться. А нет, хотя вон какая-то одна там плещется. Ну что, друзья, наверное, тут я с вами и попрощаюсь. Модернизация, надо привыкнуть к новому, ко всему новому надо привыкнуть. Ну, думаю, что процесс привыкания будет очень-очень быстрый. Мест действительно много, очень уютненько. Есть лавочки, есть мостики, дорожечки. Все, как мы любим. Поэтому мне парк понравился. После модернизации парк понравился. Людей тут всегда много. Так что будем приходить и наслаждаться тоже этим местом. Приходите и вы. Я вас, как всегда, приглашаю в этот парк. Вообще, я вас очень приглашаю в Варшаву. Варшава чудесная, Варшава красивая. Ну, а на сегодня у меня все. Спасибо, что пару минут вы провели со мной. И спасибо за ваши теплые, добрые слова в комментариях. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Чаще с кем-то.